Ева, а ты знаешь, что альбис, они могут быть еще и как бриллианты? Как? Ну, ты знаешь, что если положить бриллиант в воду, то его в воде будет совсем не видно. То же самое с шариками альбис. Вполне себе обычный баночек с водой. А попробуй запусти-ка туда руку. О, там шарики. Такие вот они незаметные и прозрачные, как бриллианты. Но только их чуть-чуть все равно видно, а бриллианты совсем не видно. Хочешь посмотреть все видео, как мы выращивали эти шарики Орбис? Жми на видео справа или на ссылку в углу экрана.